Джакс. Так, стрим опять начался. Возобновляем стрим. Сейчас будете... Так. Ладно, вырубим чат. Извините, чат я не отвечаю. Fight! Нет, не убей! Не убей ближнего своего! Что я сейчас сделал, непонятно. Пенни Джакс идет. Фёрстик. Round three. Сейчас мы... Дурацкая сетка. Да, тяжело с ним играть. Супер честный перс. Ну я лошара, блин. Надо перестать мешать. Сейчас мы придем в себя. Одну комбу убавляет 70%, 80%. Какой смысл вообще с Айрексом играть? Я вообще не понимаю вообще. Никакой совести у Айрекса нету. Нечестно, короче, надо его... Чтоб понерфили, потому что ну как так? Я даже сделать вообще ничего не могу. Одна сетка и все, ты труп. Джакс. Неужели выбираешься другого персонажа? Ой, понты пошли, пошли понты, пацаны, ну че? Какие нафиг понты? Если ты выберешь не Сайрекса, ты проиграешь. Ну, эти как заявляю. Так сказать, со всего своего страйкер, да? Ну, страйкер редко попадается. Ха-ха, я все-таки прочитал. Оу-е. Раунд 2. Файт! Oh yeah!
здесь ты это будешь делать или как? Что это такое, блин? Да, опять сделать. Конечно, финиш, Тим. Я говорю, если ты не выберешь Сайрекса, ты проиграешь. Вот и все. Вот и все дела. Так, в данный момент у нас... просматривает... 10 человек. Сейчас это... Ториан отписывается в скайпе, что его смотрит. Вчера и сегодня смотрел вот 5500 человек. Молодец. Round one. Так, Ермак. Так. Я начинаю играть как обычно. Нельзя так играть. Round two. Fight. Куда пошел? Да блин, я нажимал одну брейкер. Куда пошел? Опять очередь. Чуть какую-то чушь выбирал. Раунд 3. Файт! Красав, ловлю. Нельзя прыгать, нельзя прыгать. Да и бляха, муха. Ой, идиот, зачем я прыгаю, блин? Так. Вот я это, хреново как-то играю, честно скажу. Малясь подлагивает. Не знаю, с чем это связано. Пока непонятно. Джакс. Скорпион, значит, да? Ладно. Скорпион так скорпион. Тут мне в чате пишут, какая интересная игра. Очень интересная. Блин, залаг получается наказать его. Нифига себе, реакцию наказал. Вот зачем я это сделал? Блин, зачем? Надо более терпеливым быть. Fight!
красава мне. Меня избивают. Что ж я делаю, а? Ой. Ну знаю, знаю, что он будет делать, и все равно делаю. Надо вернуться к заветам Кингуши. Потому что я... не надо мешать, надо просто думать. И наказывать. Нас смотрит 11 человек в данный момент. Пока я лажаю на стриме. Хотя думал, сегодня я покажу класс. Опять выбрал Сайрекс. Опять 25, а? Ну ладно. Стараемся сейчас не лохануться, не попасться на сетку, тогда я выиграю. Тут главное не попасться. Round one. Fight! Сейчас 70% энергии у меня не будет. Красапу мне затрахали, честно. О, избиение Санкайдер. Как Сайк с тобой играть, я не понимаю. 70% сносит 60% с одного комбо. Я нажимаю кнопку, что за херня такая? Как же. Shit, ничего не получается. Ох, смотри, у нас уже 12 человек смотрит. Видим, делать нечего, вот они заходят на стрим. Привет, Вектор. Перебраться в Street Fighter на МК? Я на МК уже достаточно давно играю. С дня его выхода, поэтому я не перебрался. Какой-то iPhone 123 отписался. Так, ладно, будем пытаться победить этого желтого чудовища. Неужели такие быстрые эти? Я не понимаю, как сбить с этим. Зачем я это делаю? Зачем? Вот, конечно, Street Fighter, ты чё? Street Fighter это... Зачем я мешу свои капа? Ой, идиот, блин. Тяжело как с ним драться-то. Куда пошел? Ну, блин, ну, все, я проиграл. Если вы комбо забыл, я проиграл. Хоть ад. Я пытаюсь его использовать, он меня перебивает, когда красав делает, он перебивает меня. Я пытаюсь его сбить, у него быстрее она, чем у меня. Вот с другими игроками это работает, с Алексом не получается у меня ничего.
Cyrax. Мы еще под маленькой подлагой, поэтому у меня так бы, наверное, может, получалось бы. Не получается мне сбивать его. Round one. Fight! Зачем? Вот сейчас я в данный момент мышу. Когда начало комбо делать. Да я их снова нажал. Проблема еще. Используя линейки. У меня не получается обычно выходит. Ну что это такое? Попал один раз? Пошел ты. Ох ты, нифига себе, дэмидж какой. Почти что победил. Раунд 2. Файт! О, сейчас я пытался нажать эту. Но я, правда, нажимал. Остался говно, мужик. Ой, зачем я Grand Pound сделал вблизи себя? Думал, соперник ко мне подойдет. Как у меня достал этот Сайрекс уже. Опять 25. Ну как, одна ошибка, все, сразу. 50%. Опять. Сайрекс win. Я пытаюсь приз, но меня перебивает. Обычно на всех это действует. Вот я вчера весь день играл, он на всех действовал, но на него не действует. Как я не пытаюсь. 2-1, 2-1, я пытаюсь. Джакс. Ирмак. Вот. У Ирмака у него так не получится, как у Сайрекса мне так легко победить. Это вопросы такие, что вчера мы горячо не знаю. Не знаю. Fight! Я предугадал. Да мать твою! Да бля, кому-то, что я делал? Опять 25. Вот опять сейчас я пытался иксовую сделать, но не получилось. Раунд 2. Файт! Опять 25, он меня скросапил опять. Да, блин, какая честная тумба. Ну чё за... Матный слов, хочу сказать. Не знаю, мне кажется, законник. Я пытаюсь его наказать, у меня не успеваю просто нажимать. Ну что, комбо эти дурацкие делает по 50%. Зачем такие комбо большие делать? Для чего? Jack. Вам делать больше нечего? Рептайл. Так, рептайл, да?
Это мне держаться, держаться. Не проигрывать. Не позорить, так сказать. Раунд 1. Файт! Главное верить, что и можно победить. Я поверил, победил. О, попался на говно. Попался на говно. Зачем я это сделал? Зачем я это делаю? Кто мне скажет? Здесь уйти я уже стоит не играл. Нет, только Джаксом играю. Как? Блин, опять начинается избиение. Супер комбо делает. Не надо было половину убирать вообще. Все агрессивные, с такими лагами невозможно играть агрессивно. Задержка там 0,2-3 секунды. Надо просто терпеливо будет его выводить. Жак, в офлайне сейчас сыграли бы с тобой. Посмотрел бы, кто кого бы. А тут не показатель вообще. Показатель, конечно, но... Раунд 1. Файт! Опять красавка, но мне затрахло это уже. А красавка мне больше. Вы смотрите сколько, 53%. Такой честный комбо, пиздец. Уже отдыхай. Лежи, бро, отдыхай, не вставай. Не знаю. Я знаю, что он не лагает, но лучше меня комбо знает. Опять, ну красавцы эти достали уже меня, сбивают эти меня. Мать его на реакцию просит, красавчик. Надо было поняться. Не знаю, сильный страйкер чар, понятия не имею. Но комбо, он выиграл, потому что у него более затроченный чар. Он хорошо комбо знает. Сейчас еще сделаю. На мать твою, зачем мне этот говно в доме непонятное?
Лежи, отдыхай, да. Опять красавик, все, я умер, короче. 50% энергии нету. Один красав, все. Одна ошибка, я сдох. Насмотренный человек. Я лажаю на своем же стриме. Подлагивает, молясь так. Ну не молясь, нормально подлагивает так всем. Прям хорошо лагает. Лёх, ты не качаешь там что-нибудь? Нет, нельзя. Cyrax, Jax. Я выиграл хуй раз этого долбанного Сайрекса сегодня или не выиграл, или опять херню тут страдать. Fight. Шо ты? А, я, блин. Опять красав, все. 70% энергии у меня нету. Срестретил. На, он ошибся. Ура, господи, спасибо тебе. Ай, мать твою. Выиграл! Ура! Я выиграл. Ура, я выиграл! Ой, зачем я сделал это? У меня... Всё. 70% энергии у меня нету. Вот сейчас он храстап сделает, я знаю, как его будет. Надо просто блочить его, не лезть в него. Да что такое? У Сайрекса там что, самая быстрая рука, что ли? Сбивает мой этот Сайрекс. Зачем мне в него иду? Кто мне скажет? Ну что, я сейчас нажимал руку, у меня не получилось. Все, проиграл я, короче. Можно жестко положить. Ну что, один красавчик, и все, я проиграл. Ну как вот сбивать его руку, ногу? Непонятно, ничего не ставит вообще. Полнейший бред, короче. Я вам скажу, люди. Полнейший бред. Мне вот если научусь больше всего красапа, я его буду выигрывать. Легко причем. Завтра турнир я также лжанусь завтра. Тоже ни разу не выиграю ни у кого. Организатор тоже стримов. Играть нихера не умеет. Правильно я говорю? Правильно. Так, стрим идет 30 минут. Мне тут и пишется. Не мешайте мне. Я их сумму нажал кнопку, не бзите. Зачем я два раза использовал? Все, я умер, короче. Что меня бесит, потому что так теперь. Ну то как это так? У него плюс на блоке, что ли, там? Плюс 10, что ли, я не понимаю. Он руку вытягивает, все не перебивает. Да, вот это бред был. Все, я умер, короче. Сейчас у меня энергии мало останется уже. Теперь в углу. Ну как вот? Вот.
Ну а! Сраный Сайрекс, сраный! Сайрекс. Чё там это напишешь? Верхний блок, апперкот, чё там ты? Про если ты Don't Cry Baby написал, что типа от красабов спасает верхний блок апперкот. Я так понимаю? Не, не спасает. Потому что он уже бьет мне по блоку, и у него там плюс, я не знаю чё. Джакс. Сайрекс. Неудачно, неудачно. У меня сегодня день. Плохой сегодня день у меня, потому что я никак не могу выиграть Сайрекса. Но я буду стараться. Round one. Fight. Вот чё за фигня? Всё, я... Затрахал у меня, сейчас затрахал. Наказывают максимально за каждое говно, которое я сделал. Да, круто. О, кошмар. Я не хотел прочитать, он не считается. Ну, я нажимаю другую кнопку. Затрахал, мне уже достал это. Да мать твою! Я не хочу драться. Ну я не прыгал, видите, как лагало? Уступись. Я знаю, пока не учусь, но у меня не получается это. Не получается. Ни хрена причем. Да попытаюсь я его прессить, он меня перебивает. Короче, он плохой человек. Кто играет за Сайрекса, это плохие очень люди. Очень плохие люди. Надо его, этого персонажа, забанить. Раунд 1. Все равно выиграю. Я похер, я выиграю все равно. О, я забыл, что красав. Зачем я прыгнул? Для чего? Кто мне скажет? Я эту ногу не нажимал. У меня случайно получается, когда он с другой стороны оказывается у меня. Ну это разве честно? Ну что, я проиграл? Вам не бить, а? Ну что за, каким образом? Раунд 2. Файт! Надо терпеливым очень Сайрексом быть. Ну как вот, я не понимаю, его красав не хочет. Сдохни, да, сотрахался с говном уже. Затрахал! Oh,
Ой. Он прыгает, бегает, прыгает, бегает с другой стороны на справа, с левой, с правой. Жгу я жгу, я жгу. Все для привлечения аудитории. Твою мать, а? Твою мать! Надо рисковать, как сказал Федоскин. Надо рисковать. Ах ты, гнутый, гнутый. Матом ругаться не будем. Мы матом не ругаемся. Мы взрослые люди, в конце концов. Джакс. Выбирай своего Сайкса, не боюсь я его. Давай, давай! Че ты ждешь там? Ты меня троллишь, я не понимаю, зачем ты меня троллишь? Троллит, смотрите, еще два боя. Ну и слава богу, еще что два боя. Сайрекс. Кому ты нужен? Надо с кем-нибудь сыграть, с тем, кого я смогу победить. А всяких Сайрексов не хочу я с ними играть, драться, умирать. Ах. Раунд 1. Я должен тебя вот сейчас последние два боя запинать. Куда пошел? Зачем я это сделал? Потратил линейку и попал в сетку. Зачем? Ну все, короче, не ждите меня дома. Ну... Я выиграл. Я это сделал. Сегодня раунд всего лишь прижаться. Ну все. 60% энергии нету. Следите за энергией. Следите, смотрите внимательно. Ну смотри, несправедливая трата. А что это у меня потратил с энергией? Не смог залететь. Это будет перфект. Это я не знаю, что-то не получилось. Не получилось мне допрыгнуть. Ну ты его сам... Я не знаю, с кем ты... Кто мне там пишет. Fight. Не спать, не спать, замерзнешь. А, заветы Тингуша работают. Все, короче, я красав просрал, все, пиздец мне стал. Я все руганулся, матом. Ну, запари кобу, а. Какая же плохая игра. Какая же плохая игра. Один раунд все-таки я его смог сделать. Сейчас будет последний бой. Решающий. Просто мне надо почаще играть с всякими Сайрексами. Крутыми Сайрексами. Их редко встретишь в сети. Что-то кто-то... Что-то там пишет, Джеки... Джеки... Сайрекс. Я сейчас выиграю, я должен. Должен выиграть. Вы за меня же болеете, в конце концов. А не за этого желтого чудика с зелеными глазами. Fight. Так, у меня разъезжается тиск этот. Да нет, у меня троллище. Меня избивают. Ну как вот? Как мне к нему подойти? Сайрекс wins. Раунд 2. А, избиение. Thank you.
Чувак, 60% энергии нет. Зарычала духов, ну и все. Конечно. Ну, конечно. Есть как пацан. Почти что победил. И фатально сейчас сделать, смотрите. Ну как так? Не справедливость. Кто сейчас нам тренинг выдать? Кого могут набить? Давайте. Я готов. Идите, пацан. Кто будет играть на стриме? Сейчас посмотрю, кто там у нас есть в сети. Там мы пошлю инвайт. И мы продолжим наш стрим сегодняшний, который идет уже 41 минута. О, вот этот чувак. ГГ мне пишет. Какой ГГ ей? Посылаем всем инвайты. Кто зайдет, тот зайдет. Надеюсь, следующего сопернику я так не буду проигрывать, как лошара. Как лошара. Раз-то не будет. Ну не будет, не будет. Я всем скину, мне насрать. Кто-нибудь сейчас, и может кто чат сейчас смотрит, и чат стрим, кто сейчас наблюдает, может тоже захочет сыграть, потому что я вот инвайт им шлю, никто пока не заходит. Люди, заходите на стрим. Что там кто-то пишет? Хотя нет, МК, он уже месяц не играет. Как не играет? Он сейчас в онлайне. Кто-то пишет. Мне предлагают старый сыграть. Ну где он? Я не вижу его. Ждем, ждем. А то люди тоже не так интересно смотреть стрим. Без боев. Только мои, так сказать, мои какие-то комментарии сдерживают толпу уйти со стрима. 12 человек набралось. Давайте, люди, не тратьте и мое, и ваше время. Заходите кто-нибудь в онлайн и давайте играть. Вот, один зашел, чувак, вижу, вижу. Так, надо пока поставить на зарядку мой. Мой джойстик. Так, я человек смотрит, пока никто не ушел. Молодцы, молодцы, что не уходите. Позор моего Джакса. Будете наблюдать. Вот. Сейчас попробую вот сыграть хорошо. Как вот в предыдущих боях, когда меня насиловали. Такого больше не повторится. Не повторится. Я вам обещаю, обещаю. Кто-то пишет в чате. Так. Да не, не позор, если ты матчап не знаешь. То... Ну да, правильно, правильно, матчап. Но я проиграл только из-за одного красапа. Один красап и все. И 60% лифбара нету. Да, да это не комбо, это вообще какая-то супер инфинити. Раз и все, раз и все, раз и все. Ни одного персонажа такого комбо-то нету. Простого причем. Но мне кажется, не так просто это комбо сделать. Вот, наверное, надрочил это комбо. В конце концов. Вот к нам присоединился игрок. Покажи класс. Я сейчас тоже покажу класс. Sub-Zero. Sub-Zero. Sub-Zero я не люблю играть, потому что с ним надо постоянно контролировать. Его всякие заморозки, все, ну все вот это говно, которое он делает, надо обязательно контролировать. Одна ошибка, 30% дэмиджа не будет. Сейчас стандартную разводку сделаем, смотрите. Yeah.
ножка. Так, что это я впервые начал страдать? Не спать, не спать. Ну, что-то кто мне там отписывается. Что это за лаги, шиздец? Нельзя прыгать от меня. Что-то вообще... Помогать начало. Это лаги пошли. Ну тут видно, что соперник послабее. Послабее соперник. Ну сейчас что-то в конце раунда очень страшно начал лагать. Не знаю, с чем это связано. Непонятно, с чем это связано. Надо же, нас смотрит 12 человек, и никто еще не ушел. Ну а в люди делать что ли больше нечего? Смотрите мой стрим. Ничего делать видно. А то вот, о, 13 человек смотрит. Ну, как только я это произнес, что вам делать нечего, сразу стало смотреть 13 человек. Может, еще кто-нибудь зайдет? А то 13 такое число, но я, правда, в это не верю. Ладно, продолжим. Нестандартность. Лаги пошли, шиздец. Обманул. Это все использует в воровку. Ока. Лагает достаточно серьезно. Спорол, краса. Спать? Это лаги пошли. Jax wins. Что такое тут отписывается, что ты что-то пишешь тут там? Что-то тут пишет задротки. Задротки негр, я за Эксу, пожалуйста. Какой я задротный? Я играть Джексом не умею. Джекс. Такой еще лагает. Sub-Zero. Хайп. Раунд 1. Продолжим наш стрим. Fight. Стандартная разводка. А это не стандартная разводка. Ну это тоже разводка стандартная. Подножка? Ах ты, блин, не успел отменить.